Так, будем резать ручку топора на трехосевом станке. Черновая обработка, первая сторона. Сегодня представлен у нас станок 6090Z150, 1,5 кВт. Фрезеровать будем черновую обработку. Материал БУК, фреза 6 мм, глубина прохода 3 мм. Начнем. Оси я предварительно уже обнулил. Запускаем. Черновая обработка, глубина до 5 мм, материал БУК. Вот, собственно, чистовая обработка после черновой резки. Ну вот, собственно, первая сторона у нас зарезалась. Ну и вот, собственно, что у нас получилось.